Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии. Все-таки всегда лучше смотреть сначала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. У канадца 10 науки, даже без кампусов. Хороший мод. Еще и показывает, сколько ходов до великого человека. Защитим. Нет, забрал рынку. О, классная цела. Ты как раз вовремя, кстати. Мне бы еще одну очку теперь найти. Да. Ну нет, давайте посмотрим, что у нас тут обрабатывается. Ну, в принципе, правильно все обрабатывается. Хорошо, в Канджу. Тоже норм. Но мне в Канджу в первую очередь надо рыбацкие лодки, конечно, ставить. У меня пансион на рыбацкие Козлец лодки. Плюс 20. Уже получил? Так если бы он еще и не стакался, да, то у меня, наверное, был бы уже невидимый бегал. Так кто у тебя такой крутой? Ну, он чудо нашел, он руины собрал, да, и еще плюс в двух кстати, рынках. Кстати, этому тоже можно прокачать на плюс 20. А, так у меня тоже следующим ходом будет разведчик на плюс 20, как раз благодаря чуду. Блин, Сент-Джон, конечно, классный город. Великолепный город. Туда не фермы тыкать, а вот эти руднички и все. И это можно сказать, это гордыня. Гордыня моей империи. Гордость. Гордыня это немножко другое. Гордость, извиняюсь. Да, все же не гордыня, да. Ну что, давайте думать тогда, куда ставить. Я вот что сделал неправильно. Я дурак. Я забыл то, что... Где я вообще играю? Мне вот сюда хочется. Вот сюда именно поставить. Так, ну пошли тогда внизу исследовать. Блин. Тьфу, здесь эти... Сколько ж можно? Много-то. Посмотрим, может, тут какие руины будут. Так, ну мне надо как-то этот... лагерь ну, забирать. Ну, разведчиком. Фигите, развед в одну харю забирает в аванпост. Сейчас разведчиком мне империи закрою. Которая между двух оливок. Которую у берега моря? Так, да. У Канады уже три города, у Норвегии да, два хорошо, пока, у Венгрии. Подожди, а смысл мне идти выше? Я там не могу пройти. А может и могу? Не успеешь. Ну ладно. Так, пошли. Блин, тут варвары эти долбаные. Рядом с вулканом, что ли, я поставил? А, точно, вот, блин. Вообще не заметил его. Сейчас я апну. Просто хочется ходить больше, чем апать. Блин. Но он не должен убить.
Давайте подойду. Мне нужно еще одно очко. Ага, тут руинок, наверное, не будет. Жаль. Трудовая повинность. Правительственная площадь. Губернатор. Мы пингалу будем прокачивать. Так, куда я хочу вот этого поселенца? Мне куда-то вот сюда хочется, но, блин, тут нету пресной воды. У канадца, кстати, не так уж и много места, куда ему города ставить. Ну, тут так себе места, честно говоря. Десять культуры. Кто-то кампусы понастроил. Есть у нас один тут друг. Гор много просто. Да. Гор много. Блин, ну, венгер. Зверь вообще. А, все равно заберу лагерь. За что я получил сейчас? А, в античность вышел. За что получил очко? Блин, ну венгер там не в тему, честно говоря. Так, давайте гавань. Мне надо куда-то сюда город вести, видимо. Все-таки ставить. Не, ну блин, этот развед просто какой-то, не знаю, герой. Он уже два лагеря в личную зачистил. Капец. Так, теперь это не так уж и много у меня места. Получается, и тут какая-то лояльность от городов идет. Ой, мне это не нравится. Давайте мы вот сюда город поставим. Вот это подселение от венгра. На самом деле. Мне очень не нравится вот этот его город. Слушайте, давайте мы, может, пойдем в коней. И я всадниками заберу его. Кони у меня вроде имеются. О, найс. Так, рыбацкая лодка. Нет, давайте-ка мы тут сразу, во-первых, Савон, где у нас тут ставится, во, вот сюда Савон ставится. А давайте мы его и поставим, что откладывать. Блин, ну мне тут хотелось бы так, нет, тут будет гавань, у нас тут будет, тогда тут нормально Савон. Так. Угу. Политическую философию открываем. Орошение, наверное, нет. Давайте обработку бронзы. Сразу или видно, или вообще верховую езду сразу. Нет, надо обработку бронзы, а потом верховую езду. Ну, рынки, два варвара и два чуда. Чудесный ты, короче. Да второе так себе чудо. Ну, чудо ж. Ну, оно далеко, да.
пипец туда идти. Не, этот город легко берется конями. Он вряд ли решит его защищать. Так, что мне... Мне надо военную традицию открыть, да? И это надо... Ну, 7 ходов примерно. У меня салон побыстрее это сделает всадников. Хорошо, есть ли у меня еще где-то лошади? Потому что одно месторождение лошадей медленновато будет. Блин, меня убьют этого скаута, скорее всего. Венгар, стреляй по варвару. Зомби, а что ты тут сидишь? Камни кончились, надо подождать чуть-чуть. Разведчик. И что у тебя с городом, кстати? Варвары? Варвары. Четыре. Блин, ну я бы всё хотел скорее военный лагерь поставить, чем савон. Где у нас еще савоны? Может, вот сюда камень вырубить и вот сюда савон поставить скорее? Ну да, сейчас появится рабочий. Долго расти будет на производство тут. Что вообще храм Артемида я бы мог еще построить. А, давайте паузу минутки на две в начале хода, пожалуйста. Поддерживаю. А? А поддерживаешь? Так. Ради поселенцев. Я поселенцев больше не буду делать. Я иду чисто в коней. Поэтому... Плюс 2 влияния, пожалуй. Так, удвоенный опыт для юнитов разведки. Создание строителей. Плюс производство во всех городах. Кто-то там подрубил? Может быть. А может нет. Знаете, пока плюс 5. Висячие сады подрубил. Значит, подрубил. Это же очевидно. Он знаю, просто пытается не палиться. Слушай, зомби, куда ты ведешь поселенца? Это уже мои территории. Отлично. Ну, некрасиво так. Блин. И некуда селиться, в принципе. А мне куда? А, ты ну, видел, где моя столица? За столицей там может быть. Как раз тут придется ставить как раз производство. Нормально. Ну, хорошо. Упорочка, война. Е-е-е. А мы тут кампусы понатыкаем лока. Да, мы тут мирно всего. Как поживем. Да, и все. Территория кампуса. Ну, короче, убил одно здесь скаута, к сожалению. Видите, этим. Даже не варвары, а... Лучше-то иметь уже забафанный. Как его? Поспоришь, ну. Баф тоже надо уметь. Я того, не понял, что... Гринни, ты будешь этого дуболома обстреливать или нет? Блин, ход еще забыл. Нет. Заставляю честь вам. Я тогда воздержусь, пожалуй. Так, теперь маяк строим.
Блин, он модол бы торговый путь. Не, на самом деле его надо союзить. Хотя, пока он мне не будет давать культуру никакую, мне только коммерчески надо поставить. Так. Ну, лошади есть у всех. Вопрос только в скорости выхода во всадников. Иди, 30 очков перебрал. 30 Пец. Очков перебрал? Ну, в смысле, у меня сейчас 30 очков. Это я еще специально не принимал эту политическую философию. Я не забирал второй лагерь. У меня 32. 11. Да просто какой-то кошмар. 74. Кто больше? Лагерь очень много, на самом деле. 4 лагеря зачистил. Слушайте, а тут хороший город. Внезапно. Я вообще не заметил, что тут лошади на самом деле. О, слушай, так мы с тобой прям совсем близенько, да, получается? Да. А у тебя там есть куда селиться наверх? Нет. Вообще нет. Война, война. Я смотрю, нам на континенте повезло. Да. Мне кажется, это не континент, а острова, потому что, ну, у нас очень мало территории. Там есть? Не, у нас острова. Континент. У нас явно такой большой, могучий континент. Причем не один. Это еще смотрите, я сейчас вырублю тут камень. И мне это даст так. Успел принять. Я сейчас коней начну строить. Блин, мне тут надо, наверное, купить строителя. Ну слушай, ну тогда я не буду даже туда город ставить, а тогда вниз пойду. У меня там ГГшка есть, если что, я заберу. Мне тут надо быстрее коней обрабатывать. Ну, было бы супер. Ну да, ты тогда это чудо твое будет. Борис Караген за чудо. Ну, твои. Да нет, зачем? Ну я вот здесь вот поставлю городок. А что там за чудо, я даже не знаю. Там галапагосские. Они много науки дают. Ну, мы его можем поделить 2-2, там просто. Две клетки твои, две клетки мои. Ты как хочешь. Я не могу ничего сказать, я там не вижу ничего. Так, первый посол. А снизу здесь вон чудо света четкое. Так, заканчиваю. Ты имеешь в виду то раздать? Этот караван у меня есть, кстати. Да, я, ну, я до него пока дойду, я туда буду ставить. У меня аж через один правда. Город туда аж. Ну, то есть не близко. Потому что мне тут нужна дорога. Не в Нанмадол пока. Тут у меня не так важно Нанмадол за союз. Мне нужны кони и убирать венгра. Он мне мешается. Так, блин, а сколько... А, мне не нужен караван покупать, значит покупаем здесь рабочего. И пускай еще строится, нормально. Не успел выкупить клетку.
Да, конечно, проблема, что я не вижу дальше, тут не исследовано ни хрена. Это проблема. Но мне кажется, раз он так поставил город, то тут проход вменяемый. Так, значит, тут покупаем. Блин, слушайте. Мне деньги... Ну вообще плюс 16. Можно будет содержать всадников. Я не думаю, что у меня там много сейчас их будет вообще. А, блин, не открыто. Молодец. Каменную кладку давай откроем. Так, в Кёнджу, значит, в очередь... Всадники. Ход. Я следующим ходом Вавилон засоюжу. Правда, он мне ничего не будет дать, потому что у меня нету библиотек. И шедевров, соответственно, нету. Пятнадцать сил, значит, у него в этом городе юнит стоит. У меня даже, наверное, двух всадников хватит его захватить. Много в золоте людей? Ну, не знаю, я вижу только двух в золоте. Но вообще, там много кто выходил в золото по счету, если судить. Там только два человека, не что золото, если не ошибаюсь. Так, отправляем караван. Я тут дострою... Гавань, может мне даже не достраивать, а сразу начать уже всадников строить. Ну, потому что я как-то медленно у меня иначе будет. Надо быстрее всадников делать. Так, деньги. Деньги, деньги, дриби, деньги, позабыв покой и лень. Делай деньги, вот сюда салон. Еще моя, кстати, еду дал клеткам водным. Это важно. Наверное, пока не буду посылать посла в Вавилон. Я его засоюжу, когда объявлю войну венгру. Ого, на 34-й ход только кто-то построил. Артемидку. И, видимо, ни у кого нет. Да. Я даже не обратил внимания, а кто построил. Увеличивается Известно, армия строил. У венгра. Как бы он на меня первым не напал. А нет у него тут армии. Это странно.
Так, конечно, нехорошо делать. Ну, ты ж поставил город. Нехорошо, да, но что поделать. Я тебя просил. Слушай, видишь, мне некуда селиться, мне что, тремя городами? А мне... Ну так, а слушай, а мне куда, у меня два города, мне некуда. Ты видел территорию. Там, где ты поставил, я хотел себе третий город ставить хотя бы. Потом бы упоролись как-то. Чем раньше, тем лучше. Так, какой у меня плюс по лошадям? Я 4? Смотрю, зомби, ну, вошел во вкус войны. 6 будет. Да тут вообще без перспектив. Да. Ужасное слово. Один ход. Давайте я подожду, наверное. Один ход, чтобы начать строить. Да, напоминаю, что савоны, рядом с савоном шахты дают науку. Тут я коммерческий район построю. А кто по панораму забрал? Кого? Пантеон на рыбу. Или я его забрал? Пантеон на рыбу я забрал. Гринь, а чё у тебя тут прачник стоит около Санджу? Сначала время он стоит. Просто поставил смотреть, чтобы варвары не бегали. Я ж не варвар. Когда там лагерь стоял, когда ты ещё его не забрал. Это ещё не факт, Алексей. Ну, смотри моё развитие, я уже как какой-то более-менее интеллигентный. Вот именно. Мы дружить будем? Продолжать? Да. А вот, походу, я и нашел кого-то. Так, ну этот скаут, по идее, не должен этого коня увидеть. А, я не могу еще, он, город не вырос, блин. Да. Есть такое. Не глиня, не золото нужнее. Давайте, наверное, монумент вот здесь точно надо. Мне кажется, он сейчас будет нападать на меня. У меня просто это по-другому не могу объяснить. Железо у него куда-то... Он что, в мечников апнулся? Ну, если он в мечников апнулся, то это плохо для него. Как бы всадники-то помобильнее будут. Лежат. Сила одинаковая. Смотрю на варвара, там кошечки, одна лежит, другая сидит, одна стоит, вообще классно. Кстати, давайте я тоже открою мечников. Так стратегия превратилась в симулятор кошатников. Да. У нас тут венгар есть, да? Да. Нифига, он что, уже кого-то мобилизовал, либо уже готовится кому-то лицо ломать? Вот я не знаю. Он тебе дружбу кинул? Нет. Готовься.
Венгр, меня будешь выносить? Тут меня уж точно нет, тут такие гоны. Просто кое-кто еще есть. Опаснее, чем быть Арсеном. Пожалуй, время древних стен. Блин, он копейщиков наделал. Ну ладно, у меня будет мечник против копейщика. Стены он в Эльджуфе не строит. Блин, не успел я его построить. Один сруб нужен был. О. Да, раку. Причем я готов был сейчас рубить, но ты уже его построил. Блин, мне надо было еще тут коня оставить строиться. Нет, еще и какой-то... Что это за говно прилетело? Не, ну... У вас там грани... Ух ты ж, какая тут интересная карта. У вас там границы плотные, да, Алексей? Да. Слушай, канадец, а ты вступишь в войну с венгром, если чё? В плане, типа, на тебя? Либо на венгры? На венгры? Я предлагаю обратно Алексея. Очень неудобно. Не знаю, подумаю. Ну, у него, смотри, 300 сил армии. Сейчас я наклепаю своих друзей и подкачу, если что. А сколько дается за вырубку леса очков, ну, этого производства? Там, по-разному. Еще, если у тебя маг, есть плюс 50. Смотря какой еще лес. Ну, тропический, обычный. Там мало, сколько? 14 вроде бы единиц. Блин, венгры какой-то, блин, напряженный. Норвежец, а ты на венгра. Ну, мы с ним пока дружим. Ну она же закончится у вас, дружба, скоро. Ну, когда-то закончится. Карген. Ай. Я хочу предложить тебе, чтобы ты меня в веру обратил всего. Всего? Да. Походи, у нас с тобой обращай меня полностью, союз культурный на всю игру, как тебе? Ну давай, потому что, ну, ты сам видишь мою территорию, у меня как бы кроме Странно, тебя что он тут стены не строит. Нет вообще никого. То есть у меня снизу все тундра, Арктика и как бы отлично. Все слева справа океана и сверху ты. Ну мне Виктора надо брать. А тебе вера принципиально какая? Ну можно обсудить. А ты выбрал уже? Нет еще.
Там по венгру варвары ходят, отжимают строителей. Так, ну мне осталось сколько? Ну, хода 4, наверное. Я могу прочитать, если надо. Просто я не спешил. Да не, мне... Я именно ты верование хочешь обсудить или что? Ну да. Ну, а что ты хочешь брать? Ну, изначально я хотел брать на этот, на культуру. Священники как культуру, ну, либо защитника. А зачем тебе мы тут вдвоем? Ну вот, поэтому а теперь есть... Ну да, но теперь-то вариант какой. Давай, короче, может... ты не берешь на культуру вот эти... Короче, мне объявил войну венгр. У него в два раза больше армии. Я бы попросил помощи. Кто что может. Мы далеко. Даже не стоит. Угу. Это вот ошибка, когда ты первый объявляешь войну, все считают, что ты агрессор. Тогда... Ну, короче, скажешь тогда, какой тебе лучше. Смотри, Карген, не хочешь, чтоб ты по культурке выходил? Ну, просто мы тогда мешать друг другу будем. Зачем это делать? Для коня спасти. Если оракул уже я забрал. Ну да, я его строил, как бы, ну, вот видишь, он быстрее меня. Видно, не судьба. Просто я тебе предлагаю другим путем прийти, вот обращай меня в веру свою и все. Так, ну мне надо в следующее, что там мапаются всадники, ну, вот туда получается... идти. Да, там Испания какая-то? Нет, то получается на культуру, вот ну, этот вот священник культуру ход. Не брать, да? Разведчик, он меня убил. Ну, ты тогда просто мне мешать будешь. Ну. Так, ну, надо Вавилон союзить. Я бы не хотел, ну раз ты предложил. Ну, культурка. Хотя, нафига мне сейчас Вавилон союзить? Чтобы его увидел венгр, например, если он его не встретил. Да нет, нет, я же говорю, мне как бы... Я еще пока даже не смотрел, что там есть. Да, не убежал коник. Еще и канайс. Ну, то есть вот они просто думают, что он... Так, мне теперь надо вот сюда. Водяная мельница. Древние стены завершены. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!